меняем покрытие, устраиваем новое, нанесем разметку термопластиком, установим барьерное ограждение. Из особенностей можно отметить слой основания из органоминеральной смеси, который, ну, скажем так, не так широко здесь применялся. Щебеночно-массичные асфальтобетоны, это в качестве верхнего слоя покрытия также. Также применяются здесь трещинопрерывающие материалы, геосетки, геотекстиль. Фактически дорога будет соответствовать первой категории, самой высокой категории, и наши жители, и жители соседнего региона могут быстро и комфортно, и самое главное, безопасно перемещаться между территориями.